Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная небольшая посылочка с сайта AliExpress. Сейчас сделаем ее распаковочку вместе с вами. Посмотрим, что же у нас там внутри. Так, и начинаем. Так. У нас здесь вот очень много чего-то. Ага. Так, у нас тут швейные иглы для швейных машин, так более вернее сказать. Так, были они походу скручены скотчем или чем? Это я не понимаю. А, тут порвана упаковка, повреждена на одной. Вроде бы заклеили скотчем. Так, ну что же могу сказать. Все эти иглы, здесь у нас их должно быть 60 штук. Каждый. Тут уже написано, где какая. Каждый, они все разные по толщине, я так понимаю. Стоимость у нас, по-моему, что-то $3, может дешевле, точно не помню. Стоимость $3, наверное, будет. Так, ну что же могу сказать про иглы. Раз, два, 3, 4, 5, да, 10 штук в упаковке. На упаковке написано 11 на 75, на этой 15 на 1 16 на 100, 18 на 110, я так понимаю, какая-то толщина, 14 на 90, 9 на 65. Так, и 11 на 175 написано. Так, что еще можно сказать про эти иглы? Так. Заявлено, что девяточка, это на 9 на 65. Этими иглами подходит для ткани тюль. 9 на 65. Вот такие вот они тут более тонкие. Так, 11 на 175. Тоже 10 штучек подходит у нас для трикотажа. 12-ка у нас, 12 на 80 написано, подходит для ткань рубашки. Как написано в описании. Так, разобрались. Так, 14-я, которая заявлена в характеристиках, 14 на 90, предназначена для толстых пальтовых тканей, для пальта. Так, 16, вот одна 16 на 100, более такая толстая, подходит для джинсы, джинсового материала. Так, и 18-ка, где у нас 18-ка, 18-ка. Толстые хлопковые ткани. Такие вот толстые. Ну что же, в принципе, мы с вами посмотрели. Вот такой вот у нас наборчик. Наборчик игл для швейной машинки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подписываемся, ставим лайки. Ну все, всем пока.